Обнаружен в тайге огромный молоток, которым колотят по дереву, чтобы шишки упали. Очень много огрызков. Можно сказать, что это прям какой-то рай для бурундуков шишечный. Вот, везде, везде. В общем, трудно найти нормальную, хотя бы вот такую вот шишку. Ну, в принципе, попадается она. Немножко погрызана, но половина шишки есть. Вот целая шишка. Очень хорошо собирает шишки после хорошего ветра и дождя. Вот маленькая. Кладем эту сумку. У нас уже почти полная 10-килограммовая сумочка из-под сахара. Идем дальше. Даже опята попадаются, но уже переростки и подзамерзли. Вот такие в тайге попадаются опята. Засохшие, сгнившие маховики. Огромный опенок. Переросток. Один. Все. Ну, червивенький слегка. Тут мороз, видно, ударил. Ну, не мороз, а стало холоднее. 6-9 градусов днем. Ночью до минус 2. И они перестали расти. Опять переростки. Надо, наверное, взять. Может, не совсем червивые.
просто. Бурундуки тут похозяйничали. А вот тут два маховика было где-то. Вот они. Раз, два. Они червивые. Самое главное в тайге, конечно, не встретить медведя. Вот, но следы его пребывания здесь очевидны. К счастью, медведя не встретили в тайге. Вот. В общем, собрал шишек. Вот такой рюкзак полный. Ну, тут пол шишки, в общем, тоже шишка. Есть целые. Попадаются уже немножко погрызанные бурундуками. Пока ходишь, собираешь, бывает, что вообще вот пройдешь от одного дерева к другому, не попадаются. И вот когда уже выходишь из тайги, то до 15-17 шишек в одном месте попадают. Хороших. Таких вот маленькие, но серенькие. Можно посмотреть. Вообще пакетик был для опят, но когда вот эта вот сумочка полностью заполнилась, начал уже складывать сюда. Вот опята. Такие. Что-то может быть еще и сгодится. А там поганок нет? Да нет. Нет. Ложные опята, они же сразу видно. Аккуратно. Вот такие крупные вот возле одного дерева росли. Вот. В общем, такой сегодня поход в тайгу был. Довольно приятно. Наверное, чуть больше, чем половина мешка. Сейчас мешок принимают по 950 рублей в нашем селе. Это в сентябре. Да. Сегодня у нас 7 сентября.